Сколько лет прошло, а память снова и снова безжалостно возвращает меня к событиям 37-го года, когда я вынужден был стать секундантом в последней дуэли Пушкина. Les grands croix, commandeurs et chevaliers du sérénissime ordre des cocus, réunis en grand chapitre sous la présidence du vénérable grand maître de l'ordre, son excellence Dimitri Librovitch Narishkin, ont nommé à l'unanimité monsieur Alexandre Pouchkine, coadjuteur du grand maître de l'ordre de Cocu et historiographe, le secrétaire perpétuel, comte Borch. Чего? Парень дома? Да где ж ему быть? Ему письмо. 4 ноября 1936 года на имя Пушкина пришло анонимное письмо. Кавалера первой степени командора и кавалера светлейшего ордена рогоносцев единогласно избрали господина Александра. Пушкина ставили в известность, что общество знает о том, что ему изменяет жена, и он объявляется рогоносцем. Клевета грязным пятном расползлась по всему Петербургу. Мерзавцы. Многое осталось в этом дуэльном деле темным и таинственным даже для меня. Наш император Николай Павлович захотел сам разобраться в этой истории. Только через несколько дней после смерти Пушкина государь наконец смог ознакомиться с содержанием злополучного пасквиля. Бенкендорфа ко мне. Немедленно. Слушаюсь. Что это? Я вас спрашиваю, Александр Христофорович, что это? И второй вопрос, почему это попадает в мои руки совершенно случайно? Это анонимное письмо, присланное Пушкину. Что вы говорите? Позвольте спросить, Ваше Величество, как к вам попало это? А вот это мое дело. Вы вчитывались в эту гадость? Гнусные намеки направлены не только против Пушкина, но и суд над Дантесом уже начался. Процесс по этому делу начинается как раз сегодня, Ваше Величество. Необходимо найти пасквилянта. Поручить это дело Дубельту. Да, Дубельту, Леонтию Васильевичу. Свободны. Объявите о тайности процесса. Слушаюсь, Ваше Величество. Хуже всего я переносил одиночество. Передо мной неумолимо развертывалась череда последних событий. В 4:00 PM Александр Пушкин стрелялся с Жоржем Дантесом Геккерином. В 7:00 я доставил раненого на дуэли Пушкина домой. Никита, Никита, помоги! Видишь, барин твой? О, Господи! Как мы не испугачены? Пойди, друг, вперед и скажи ей, что моя рана не опасна. О, Господи! Царица не... Не доглядел! Не доглядел, а какая кровь-то! Что, Никита, грустно тебе нести меня. Рана моя, Ташенька, вовсе не опасна. Но я попрошу тебя сейчас уйти, как только меня уложат в постель, сразу позову. Ташенька, Ташенька! Дайте мне все чистое. Алле, алле, алле!
Быстрее. Кажется, пуля в боку. Нон-тропа! Нет, нет. Я за врачом. Только к полуночи приехал лейб-медик Николая Первого, Арендт. Я должен вам сказать, что рана ваша очень опасна. И что к выздоровлению вашему я почти не имею надежды. Я благодарю вас за откровенность. Только, пожалуйста, не говорите об этом жене. Я прошу вас от моего имени просить государя, чтобы он меня простил. Просите за Данзаса. Он мне брат, он невинен. Я схватил его случайно на улице. Прощайте, друзья. Там, в шкатулке, кольцо возьми. С бирюзой. Наиценнейшее от насильственной смерти. Почему ты не надел его? Прими, друг, от меня на память. Я готов отомстить за тебя тому, кто... Нет, мир. 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 Не хочу, чтобы кто-то за меня мстил. Хочу умереть христианином. Поздно ночью Арендт и Жуковский привезли записку от государя. Прими мое прощение и совет умереть по-христиански. И о жене, и о детях не беспокойся. Они будут моими детьми, и я беру их на свое попечение. Скажите, государю, жаль, что умираю. Весь был бы его. Около 16:15 боль в животе начала усиливаться. И к 17:00 сделалась нестерпимой. Это была настоящая пытка. Константин Карлович, Александр Сергеевич велели подать ящик. Не стало письменного, а там ведь пистолет. Нет! Нет! Что ты? Что ты? Грех ведь. Да, друг мой, я хотел застрелиться. Прости. Но страдания мои невыносимы. Господи. Если бы Наталья Николаевна слышала эти крики, уверен, рассудок ее не выдержал бы. Но ее овладел почти летаргический сон. А утром 28-го от нее перестали скрывать, что Пушкин ранен смертельно. Арендт меня приговорил. Я ранен смертельно. Ты будешь жить. Чш-чш. Ты будешь жить. Носи по мне траур. 2 или 3 года. Постарайся, чтобы тебя забыли. А потом выходи замуж. Но только не за пустозвона. А теперь ступай. Позовите детей. Одного за другим подводила детей к отцу сестра Наталья Николаевна, Александрина. Прощаю и разрешаю. Пушкин пожелал исповедоваться и причаститься. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Для этого из конюшенной церкви был приглашен священник Петр Писоцкий. Жизнь вечная. До последнего вздоха Пушкин был в совершенной памяти. Морожки. Моченые морожки. Он пожелал, чтобы Наталья Николаевна покормила его из своих рук. Спокойное выражение лица Пушкина вселяло призрачную надежду. Ой, слава Богу. Все хорошо. Хорошо. А в эту минуту хорошо. Уже начался последний процесс жизни. Тяжело дышать. Давит.
мучился. Я закрою ему глаза. Нет. Саша! Саша! Наталья Николаевна. Вставай! Ну вставай же, Сашенька! Хороший мой! Наталья Николаевна. Ну вставай! Ну вставай! Вставай! Ну вставай! Ты жив! Ты жив! Ты жив! Вот Никита лед для барина. Не надо. Барин мой, Александр Сергеевич, помер. января в 2:45 пополудни в России не стало Пушкина. Ваше имя? Меня звать Жорж Дантес Экерен. От роду имею 25 лет. Вероисповедание? Начальник корпуса жандармов Дубельт был главным помощником Бенкендорфа, шефа тайной канцелярии сыска. Здравствуй, Александр Петрович. Встаньте, поручик. Вам позволено находиться под домашним арестом, но допрос должен идти по всей строгости закона. Продолжайте, Александр Петрович. Вероисповедание? Римское католическое. У святого причастия был 7 января сего года. Пафнутич. Пардонема, месье. Простыл. Можно мне вода? Мне трудно говорить русский. C'est bien. Катрина, de l'eau. Родная сестра Натальи Николаевны Екатерина, став женой Дантеса, породнила Пушкина с его будущим убийцей. Не угодно ли чаю? Не сейчас. Катрин, али, али. Пейте, пейте. Вам разрешено давать показания на французском. Хотя, должно вам заметить, барон, будучи офицером российской гвардии, вы обязаны знать русский язык. Я учил русский. Но не доучил. Le 26 janvier, l'envoyé néerlandais baron Ekeren a reçu une lettre diffamatoire de Pushkin mettant en cause mon honneur. Dites. Qui est baron Ekeren pour vous? Qui? Il est mon père adoptif. Et quel âge a-t-il? Il a 45 ans. Votre père natal est-il en vie? Oui. Et en bonne santé. N'avez-vous pas beaucoup de père? Je ne vois pas en quoi cela se rapporte à notre affaire. Продолжайте. А знаете ли вы, барон, как сказано в воинском уставе по поводу поединков? Все вызовы и поединки на строжайше запрещаются. Может быть, все же чаю? Нет-нет, благодарю. Кто против всего учинит, как вызыватель, так и тот, кто и выйдет, будет казнен. Экзекюте? Экзекюте, экзекюте. А именно, повешен. Абзаца Константина Карлыча на допрос! Абзаца Константина Карлыча на допрос! Константин Карлович. Вести следствие по делу о дуэли было поручено полковнику Александру Павловичу Галахову, который был лично знаком с Пушкиным. А у вас-то, Константин Карлович, что с рукой? Ранен был.
еще в турецкую компанию. Но вам-то должно быть известно, что дуэли запрещены и караются со всей строгостью закона. Да, известно. Я готов понести любое наказание. Как же так, Константин Карлович? Ведь, кажется, покойный Александр Сергеевич был вашим лицейским товарищем, а вы ничего не сделали, чтобы удержать его от смертельной дуэли. Пушкин дрался средь бела дня, почти на глазах у всех. Я не сомневаюсь в том, что третье отделение знало о предстоящем поединке и не предотвратило его. Да, мы были осведомлены о возможном поединке, но по ошибке жандармы были посланы в Екатерингов. По ошибке. И все-таки, почему вы дали согласие на свое участие в дуэли? Я не мог не считать Александра Сергеевича тяжко оскорбленным в том, что человек ценит дороже всего в мире. Я говорю о чести жены и его собственной. Что вам известно об этих анонимных письмах? И если Пушкин вам говорил о них, кого он подозревал? Автором гнусных писем, видимо, по сходству почерка, Александр Сергеевич подозревал голландского посланника, барона Геккерина. Все знали, что барон Геккерин никогда не был женат и не имел романов с женщинами. Став его приемным сыном, Дантес получил солидный капитал и положение в обществе. Je suis fatigué, Louis. Nous partirons, Georges. Nous partirons d'ici. Je hais tout ici. В день дуэли мы встретились и в санях направились к Троицкому мосту. Сердце мое сжималось. Но я надеялся, что дуэль расстроится, что кто-нибудь ее остановит. На Дворцовой набережной я увидел экипаж жены Пушкина. Блеснула надежда. Встреча эта могла поправить все. Но Наталья Николаевна нас не заметила, а Пушкин смотрел в другую сторону. Они уже здесь. Ну, находите ли вы удобным это место? В нем выражалось сильное нетерпение приступить скорее к делу. Мне это совершенно безразлично. Постарайтесь сделать все возможно скорее, ответил он. Избрав место для поединка, мы стали утаптывать снег. Закутанный в медвежью шубу, Пушкин молчал и был покоен. Исполнились мои желания. Творец тебя мне ниспослал. Тебя, моя Мадонна, чистейшей прелесть, чистейший образец. Многие обвиняли в случившемся Наталью Николаевну Пушкину. Но я так никогда не считал. На руках вдовы остались разоренное хозяйство и четверо малолетних детей. Мы скоро поедем в калите. Скоро, Машенька. Скоро. А папа едет с нами? Папы нет. Папа не поедет. Он же уехал. Папа уже уехал.
Уехал, доченька. Очень далеко уехал. Няня. Унеси ее. Барыня, вас в карете дожидаются? Кто дожидается? Не велено сказывать, но очень ждут. Что за глупости? Слава богу, все здоровы. Слава тебе, да. Господи. А Машка тебя порадует своими смутными словечками. Ах, ты так снисходительна, так доброжелательна, прелесть ты моя. Ну, перестань. Ну, ты не в карете же. Пукуа? А, жонка. Пукуа, уж не кокю ли я, а? Огиат? Кто с тобой ухаживает? Кто? Кто? Да ну тебя, сам небось там за барышнями ухлёстываешь. Ну-ну-ну-ну-ну. Нет, вот тебе крест. За барышнями не ухожу, и смотрительницы не щиплю. А на них отказался от башкирки. Несмотря на любопытство, простительный путешественник. Да ну тебя, ну! Душа моя. У нас новости. Новости потом. Нет, новости сейчас. Новости потом. Все, нет, все новости потом, потом сейчас. Все новости. Тетушка, тетушка. Ну, давай. Хлопочет за Екатерину, чтобы та стала фрейлиной. А ой, я буду просить за Александрину. Эй, жонка, уж не обеих ли сестер ты с собой берешь? Смотри, семья должна быть одна, под одной крышей, иначе покой не будет. Ну, Таш, ну не дуйся, не дуйся, не дуйся. Селюбре, не дуйся. Да будет тебе. Будь молода, потому что ты молода. И царствуй, потому что ты... прекрасно. За тебя, душа моя. За тебя, красавица. Анонимщик позаботился, чтобы почта доставила письма 7-8 адресатам в одно и то же время. Тогда это похоже на тщательно организованный заговор. Не будем спешить с выводами. Угу. Передайте Жоржу, барон, что Строганов, его дядя, хранит память о его благородном поведении. Невинно осужденный имеет право на сочувствие всех честных людей. Я не сомневаюсь в ваших чувствах, граф. Смотрите, барон Гейкерин, странно видеть его в обществе. Барон уезжает из России и сам распродает свою мебель. Да, я слышал, один мой знакомый офицер заплатил ему за стул, на котором он сидел. Взял его прямо из-под него и унес. Случайно не вы были этим офицером? Не я, но я бы с удовольствием. Здесь Карамзина. Прошу прощения, Екатерина Андреевна. Да? Государь поручил мне расследовать дело об анонимных письмах, полученных Пушкиным. Нам удалось выяснить, что почти все, кто получил подобные письма, принадлежали к вашему салону. И мне необходимо знать, кого именно вы подозреваете. Я? Да. Я как могла хотела предупредить эту беду. Натали, портье? Non, non, non. Ne le souhaitez pas, ma chère. Oui, je le souhaite. Ты видела? Они страстно влюблены друг в друга. Красивая пара. Бедный Пушкин. Vous a-t-il plu danser avec moi? Oui, oui, je me suis bien amusée. Ce sont les miens.
Laissez-moi vous aider. И зачем Пушкин разрешает Натали уезжать в свет без него? Он доверяет жене. Напрасно. Vous reverrez-je. À bientôt. J'attendrai, j'attendrai. Катрин так влюблена в Жоржа. Будет он смотреть на эту ручку от метлы рядом с такой красавицей. Vous êtes charmant. Ромео. Скорее, Яга. Qu'est-ce que tu fais, Georges? Tu dois absolument la convaincre de rester avec moi en tête à tête. Moi? Georges, я предупреждала вас, чтобы вы прекратили свои действия против госпожи Пушкиной. Но я ничего не... А теперь мне придется приказать швейцару не принимать вас у себя дома. Жаль. Ну, сказано в Евангелии, много домов у отца моего. Кстати, и у моего отца тоже очень много домов. И не только в России. Ах, вот как. И если барон Геккерин автор анонимных писем, то это была бы жестокая нелепость. Однако говорят, что это именно он. Тем более, если бы вы были повнимательнее, Леонтий Васильевич, вы бы сейчас обратили внимание, что в руках у барона этот листок. Что? Барон, позвольте узнать, откуда у вас это письмо? Мне дала его графиня Несельроде. Для чего? Чтобы я, наконец, прочел его сам. Установить истину, пламенное желание моего сердца. Оставим в покое ваше сердце и обратимся к разуму. Когда графиня вручила вам это письмо и откуда оно у нее? Вы можете спросить ее об этом сами. В таком случае я попрошу вас вернуть ей это письмо. Что, сейчас? Немедленно. Графиня, вам сейчас подойдет. Мария Дмитриевна, уважаемая, объясните мне, откуда у вас подобное письмо? Это? Ах, это. Письмо получил мой муж нераспечатанным на имя Пушкина, но он решил ему его не показывать. Благодарю вас. Позволите партию? Ах, пожалуйте, пожалуйте. Так когда впервые вы, Петр Андреевич, услышали о дуэли? Первый раз я услышал о дуэли вместе с известием о смертельном ранении Пушкина. Угу. Я ничего не знал о дуэли до полного ее завершения. Угу. Я не слыхал от барона Геккерина и от Александра Сергеевича ничего о причинах этого несчастного происшествия. По закону, строжайшему наказанию подвергались даже те, кто знал о возможности дуэли и не донес о ней. Подпишите ваши показания, князь. Петр Андреевич все врет. Дантес был постоянным гостем у Вяземских, так что все ухаживания происходили у него на глазах. Он тоже получил анонимное письмо. Он многое знает, а еще более вы жена. Благодарю. Я напрошусь к нему домой. Угу. Я не удивился, узнав, что в суд был вызван камергер императорского двора Петр Андреевич Вяземский. Он и его жена Вера Федоровна были одними из самых близких друзей Пушкина и Натальи Николаевны. 4 ноября пришло письмо на имя Пушкина пасквильного содержания. Взгляните. Вот точно такое, только мы свой сожгли. Моши, о, я вижу, что у вас рандеву. Не хочу мешать быть лишним. Князь, Петр Андреевич, я, собственно, к вам. Вы ко мне? Да, но ведь князь Вяземский уже дал все свои показания в суде. А, кстати, можете допросить мою жену? Петр, простите. За здоровье императора нашего Николая Павловича. Дебат. А скажите мне, Леонтий Васильевич,
Зачем вы всем этим занимаетесь? Высочайшее повеление. Ну, разумеется, другого и быть не могло. Почему? Ну, вы же знаете, на кого намекает этот анонимщик. Он намекает на барона Дантеса Геккерина и на Наталью Николаевну Пушкину. А вот и нет. А на кого же? Здесь же ясно сказано, что великим магистром ордена рогоносцев был Нарышкин. Ну и что? А у Нарышкина была супруга, которая состояла в любовной связи с императором, покойным Александром, преснет памяти первого. Так вот, письмишко это направлено не против Дантеса, а по прямой аналогии, пардон, на адюльтер императора нашего Николая Павловича. А какую роль играла во всей этой преддуэльной истории Наталья Николаевна? Ее боготворили все. Она была желанной гостьей на всех балах. Глянь-ка. Как же он любит покрасоваться, а? Хорош. И далее. Бонсуар. Бонсуар. Мне ручку, ручку. Мне позвольте прикоснуться. Мне. Шут. И далее. Хороша эта политика. Забудь, Шут. Ты женатый человек. Ой, я женатый человек. Хорошо, что напомнил. Тем более... Твоя Наталья смотрится как поэма. Да. Рядом с ней Мусина Пушкина выглядит как словарь. Ну, как ты ощущаешь себя в своем камер-юнкерстве? Не напоминаю, если честно, я был в бешенстве. Мои лета. Низший придворный чин. Тем более этот мундир. Мне... Я в нем как мартышка, ей-богу. Тише, тише, на тебя смотрят. Хорош благодетель. Унизил так унизил. Наготовил на 30 лет дураков. Наготовил, а лучше умы в Сибирь сослал. Тише, ради бога. Честь имею поздравить моего подчиненного с камер-юнкерством. Ой, благодарю вас, ваше превосходительство. До сих пор все надо мной смеялись. Вы первый, кто меня поздравили. Александр Сергеевич. Пардон, мам. С вашими способностями, Пушкин, докамер-мороженого. По моему рецепту. Благодарю вас, граф, обязательно. Пушкин, царица просила вас не шалить. Это я еще не шалил. Но все равно... Мерси. Любезно, отойдите, вы меня смущаете своим ростом. Спасибо, что предупредили меня, Россетти. Милая моя Россетти. Господа, попробуйте мороженое. Это мой рецепт. В каждом шарике горячий шоколад. Бомба! Элене Сироз. Князь Трубецкой, не шутите о бомбах, лучше о другом. Ой, как я его ненавижу вместе с его супругой. Какой же все-таки урон России наносит этот Нисельроде? О, да. Австрийский министр русских иностранных дел. Изверженный зародыш из задницы его отца. Браво. Говорят, Геккерин, его шпион? О, замечательно, безнравственный человек. Ох уж мне эти немцы. Мало того, что они трон заняли. Ты с ума сошел? Предчувствие у меня... Повернутся все пушки Европы против России. Много они русской крови прольют. Поссорить с государем. Ну какой смысл? Какой смысл? Государь считал Пушкина умнейшим человеком в России. Влияние Пушкина на него росло. А это, ох, как не любит в ваших кругах. Князь. Вот странно. Дубельт. Леонтий Васильевич. Адъютант самого Раевского. Либерал. И тут вдруг голубой мундир. Петр Андреевич, не забывайте. Да Пушкин готов был на все. Он готов был жизнью пожертвовать, любовью, всем чем угодно. Но только не честью, как русский дворянин. Вот в этом и была его ахиллесова пята. У Пушкина было много врагов. Имеем легион.
Похож. Мартышка. Уж лучше бы вы его к себе приписали. В моей канцелярии служить он отказался. Смотри. Этих рифмоплетов нельзя допускать до приличного общества. Шуты гороховые, господа. Пушкин, конечно, шалопай. Но если его речи и перо направить в нужное русло, то выгодно может быть не только государству, но и... Это исключено. А пока этот шалопай имеет наивреднейшее влияние на государя-императора. Это я вам как министр просвещения заявляю. Наивреднейшее. И камер-юнкер он получил путем ловких интриг. А нужно ли ему интриговать, господа, имея красавицу жену? Государь от него восхищение. Катрин. Натали. Жена Пушкина – жестокая кокетка. Говорят, он ее поколачивает. Значит, ей за что? Mesdames et messieurs, préparez-vous pour la mazurka! Ох уж эти кавалергарды. Геккерин-младший – завидный жених. Его приемный отец завещал ему свое состояние, а это немало. Но три отчества и два имени, и это скоропостижное отцовство при живом отце. Поговаривают, Дантес – небрачный сын короля Нидерландов. Бывает. Je vous aime. Je vous adore. Quelle chose affreuse de ne pouvoir vous parler d'amour uniquement pendant une danse. Je ne peux vivre sans vous. Уж не знаю, как сказать. Дантес живет с Геккерином или Геккерин живет с ним? Ну, судя по тому, что Дантес ухаживает за дамами, в сношении с Геккерином он играет пассивную роль. Merci pour cette danse. Ну и что тебе сказал этот Дантес? Как я устала. Что он безумно влюблен. Какой у тебя по счету? 96-й? Нет, 97-й. Ты имеешь в виду этого 11-летнего графа? Да. Он мне так искренне признавался в любви до того времени, пока его не вели спать. Ой, я теперь ревную, Натали. Жорж, но это не для меня. Миль пардон. Делай это для меня. Так что Дантес у меня 97-й. Кстати, какая у тебя по счету рассет? Перестань, Натали. Нина, я принесу тебе мороженое а-ля Назельроды. Дай бог нам с тобой не отравиться, а лишь немного охладиться. Не скучаю. Дантес, on dit que vous êtes un expert en femmes. Mon cher comte, mariez-vous и вы увидите. Славный помощник в отсутствии мужа. Наш голубезнейший Дантес большой проказник. Молодой француз ухаживал с одной красивой русской домой. Муж ничего не подозревал. Друг сказал ему... Господа, господа! Начало сезона охоты. А рога уже слышны. Я сам видел, как князь Долгоруков поднимал над головой Пушкина руку. Вот так, рогом. Итак, вы подозреваете князя Петра Владимировича Долгорукова? Да нет, не совсем. Конечно, Долгоруков способен был на такую подлость, но это заговор. Поймите вы, заговор не только против Пушкина, заговор против всей России, против всей. Да поймите же вы, голубой мундир. Скажите, Петр Андреевич, это правда, что незадолго до дуэли вы перестали принимать у себя Пушкина? Так сказать, отвратили от него свое лицо? Что с вами, князь? Вот, выпейте. Да, я был обманут. Кем?
Я Трубецким, сослуживцем Дантеса и политикой. И Дарья Григорьевна, подруга Натальи Николаевны. Больше они меня убедили. Так в чем они вас убедили, князь? Князь! Они меня убедили в том, что Пушкин сожительствует со своей свояченицей Александриной. А, вот как. Но я же не знал, что это злонамеренная ложь. Не знаю. Вера, Вера, укрой меня. Мне холодно. Уходи. В постели, князь. В постели. Вы знали о дуэли? Я знала. Я все знала. И он знал? Он мне не поверил. Сразу после кончины Пушкина за его вдову начал хлопотать поэт Василий Андреевич Жуковский. Василий Андреевич, очень рад вас видеть. Очень рад. Ваше Величество, я умоляю вас пожаловать что-либо хотя бы на первые домашние нужды вдове Пушкиной и детям, оказавшимся в весьма отчаянном положении. Хорошо. Я велю заплатить долги Пушкина. Вдове пансион и дочерям по замужеству также, сыновей в пажи и по 1500 рублей и единовременно 10 тысяч. Я передам вдове. Да, надо навестить ее. И вот еще что. Да. У Пушкина была горячая голова. Его часто посещали экзальтированные мысли, поэтому я вам поручаю все его бумаги. Сожгите то, что считаете ненужным, меня это не касается, и оставьте только то, что считаете важным. Не извольте беспокоиться, Ваше Величество. Надеюсь, вы меня поняли. Ваше Величество. Десять тысяч. Вскоре всем стало известно, что наш государь проявил исключительную щедрость к семье Пушкина. Пропустите, государь, поближе. Пропустите. Разрешите хоть разок на императора нашего, хоть одним глазком поближе посмотреть. Не положено. Не положено, заладил. А я бы хоть раз посмотрел, пусть да и умер. Да, пусть да не положено. Пусть-то государь посмотрит. А? Че это? Не положено. Слава Богу, Пушкин умер как христианин. Господи, вся эта история породила тьму толков, из коих справедлив лишь обороне Геккерине. Он точно вел себя как гнусная каналья. Пушкина жаль как литератора. Но человек он был дурной. Мнение твое, Иван Федорович, о Пушкине я разделяю. Но в нем оплакивается будущее, а не прошедшее. Ступай, голубчик, я погуляю здесь один. Ты ведь знаешь, я всегда гуляю рано утром, поэтому мы часто будем здесь встречаться. Тем более такая красота. Посмотри. А я хотел бы, чтобы король Нидерландский подарил мне дворец Петра в Саардаме. Если он подарит его вам, то я попрошусь в дворники. Я согласен. Нет, я поручаю тебе быть его историографом, если серьезно. Ты многое подчеркнешь в архивах. Лучше бы я желать не мог. Мерси. О наших встречах говори с людьми верными, такими как Жуковский, иначе скажут, что ты пытаешься влезть ко мне в доверие, что... Ах, зачем? У тебя и так полно врагов. А у кого их нет, Ваше Величество? Я слышал, ты пишешь историю о Пугачеве. Да, Ваше Величество, рукопись уже готова, и я хотел бы... Ах, как жаль, что я не знал. Какой у меня был замечательный персонаж, его сестрица. Ой, умерла 3 недели назад в крепости. А как Наталья Николаевна? Ай, как похорошела. Я ведь помню ее в Москве совсем девочкой. Танцевала на балах, сколько ей было, лет 17? Похорошела. Поздравляю. Мерси. Поздравляю, друг мой. Благодарю вас, Ваше Величество. Вот эту женщину пустите сюда. О, Господи.
Прости, государь. Ты государя видеть хотела? Ну, что тебе надобно? Ничего мне теперь не надобно. Вот, вижу государя моего. Молись теперь за меня. Молитесь все за меня, православные. Ступайте. Ну-с. Василий Андреевич, приступим. Читать чужие письма я не намерен. Ну что ж, этим займусь я. Может быть, лучше перенести все это в нашу канцелярию? Нет. Нет, я не позволю. Государь поручил это мне. Здесь бесценные рукописи поэтам. Ну вот и займитесь этим. Тем более почерк Александра Сергеевича мне всегда трудно приходилось разбирать. Простите. Люблю тебя, Петра Творение. Люблю твой строгий, стройный вид, Невы державное течение, береговой ее гранит, твоих оград узор чугунный, твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак, блеск безлунный, когда я в комнате моей пишу, читаю без лампады, и ясны спящие громады пустынных улиц, и светла адмиралтейская игла. Люблю зимы твоей жестокой, недвижный воздух и мороз, бег санок вдоль Невы широкой, девичьи лица, бонжур, ярче роз. И блеск, и шум, и говор бал, а в час пирушки холостой, шипение пенистых бокалов и пунша пламя голубой. Угощайтесь, Александр Сергеевич. Спасибо. Спасибо, братец, спасибо. Бублики. Свежие? Ага. Можно два? Теперь о главном, Александр. Дай мне счастье уберечь тебя от этой дуэли, а жену твою от совершенного посрамления. Но чего же ты хочешь? Она же верна тебе. Жена моя ангел. Ангел. Дело не в ней, Василий Андреевич, душа моя. И не в этом французике, который, по-моему, любит мужчин больше, чем женщин. Дело в том, что кому-то окончательно хочется поссорить меня с государем. Внушая всем, что он якобы платит мне за мою жену. Да, у тебя много врагов. Беда в том, Василий Андреевич, что это не просто мои враги. Это враги России и государя нашего. Ой, заговор, я тебя умоляю. Ну что за фантазии? Фантазии? Не удивлюсь, если окажется, что носили роды какой-нибудь там австрийский шпион. Ах, оставь, ради бога, он столько лет у власти, к тому же он слишком ленив. Ленив. Василий Андреевич, скажите, а так ли уж вызывающе вел себя Жорж Дантес по отношению к Наталье Николаевне Пушкиной в обществе? Видите ли, сначала этот живой, остроумный французик даже понравился Пушкину. Спасибо, Степан. И стал бывать у них дома. И вскоре весь Петербург заговорил об ухаживаниях Дантеса за женой Пушкина. Да, действительно. Она танцевала с Дантесом на балах. Он сопровождал ее на верховых прогулках. Являлся в театре. Одним словом, всюду, где появлялась Наталья Николаевна. Печаль,
когда легко верен и молод я был, крича у молодую, я страстно любил, я страстно любил. У меня болит голова, я хочу уйти. Я прошу тебя, останься, останься ради меня. Останься. Почему ты не хочешь продолжить своего Онегина? Ведь публика ждет. Им интересно знать, застрелится ли Евгений, или, может быть, Татьяна изменит своему мужу. У Онегина только один выход – стреляться самим автором. Ну, учитывая, что автор – превосходный стрелок, шансы у него невелики. Я знал, что у Жоржа Дантеса был еще один сильный покровитель. Его дальний родственник, министр иностранных дел, граф Мисельроде. Добрый вечер. Добрый. Рад видеть вас в добром здравии. Дед, дай копеечку. Отстань, Маш. Ваша супруга уже приехала. Дай копеечку. Шел. Шел. Кстати, а вы читали Краевского? Дай Пушкин копеечку. Наша слава, закатило солнце, поэзии и прочее. Дай копеечку. Я не читаю русский газет, уважаемый Сергей Семенович. Я советую вам... Бонсуар, мадам, Николя. Не увеличивай ставку. Погиб поэт. Это всегда приносит удачу. Невольник чести. Дантес благородный Бонсуар. Человек. Пушкин не имел права требовать любви от жены своей. Этот потомок Мавра был ревнив и дурен собой. Разве Пушкин был полковник или министр? Писать стишки еще не значит проходить великое поприще. После поэта восклицательный... А, еще один выскочка. Свинцом в груди... И жаждой мести. Катрин? А что это вы вздумали писать стихи, Лермонтов? Для этого есть поэты, авторы, писатели. Вы такой же благородный человек, как и я. А вы вздумали писать? Я просто излил на бумагу горечь сердечную за Пушкина. Вы корнет, а не графоман. Ваше дело заниматься своим взводом и более ничего. У вас могут быть, ну скажем, неприятности. Правда всегда была моей святыней. Полковник. Честь имею. Мишель, стихи твои хороши, но напрасно ты назвал Дантеса убийцей. Напишите мне несколько строк. Пушкин вел себя среди людей большого света неприлично. Минуту. Всякий благородный человек после всего того, что было между ними, не мог не стреляться. Честь обязывает, Мишель. Честь? Честь, ты говоришь? Ты чисто русский человек, не офранцуженный, не испорченный. Снес бы со стороны Пушкина всякое оскорбление. Мишель. Вы все станете свидетелями. Государь накажет виновников. Интриги и убийства. Мишель, Михаил судить Юрьевич. Дантеса и Геккерина по законам России нельзя. А если нет для них закона и суда земного? Сейчас. Если они палачи гения, то есть и Божий суд. Вот. О, La Poésie Enfant. Ты враг Пушкина. Прошу вас уйти отсюда немедленно, сию же минуту, иначе я за себя не ручаюсь. Его надо бы связать. А вы отменные потомки, известны подлостью прославленных отцов. Бедою рабскую поправшие обломки. Господин Лермонтов, моему сыну стали известны ваши стишки. Он сожалеет, что под арестом и не может вам ответить. Как только он освободится, я к его услугам, барон. Простите, Катрин. Хочу сказать вам, Михаил Юрьевич, что Немезида может покарать убийцу Пушкина без вашей помощи. То есть? По закону должны будут повесить. Я в это не верю. Уж поверьте. А секундант Дантеса уже за границей. А вот вы, милостивый государь, после этих стихов у них на мушке поберегитесь. Благодарю. А позвольте, я у вас перепишу. Можно? Нельзя.
А вы, надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов, пятою рабскую поправшие обломки, игрою счастья обиженных родов. Вы, жадную толпой стоящие у трона, свободы, гения и славы палачи. Приятные стихи, нечего сказать. Дерзкое сочинение, Ваше Величество. Я поручил старшему медику посетить этого господина и узнать, не помешан ли он. А дальше будем разбираться с ним согласно букве закона. Ваше Величество. Леонтий Васильевич, я умоляю вас. Все, что написано рукою Пушкина, должно быть без ваших помет. Да вы что, действительно читаете Пушкина чем-то вроде мессии? Леонтий Васильевич, миссия Пушкина в том, что он создал богатейший язык и вооружил им творцов для выражения любых идей. Вот именно, любых. Позвольте, позвольте, Леонтий Васильевич, вы поручили рукописи Пушкина мне. Да, поручил. Тем более тут все уже подчеркнуто. Кем? Государем. Государем. Мне возвращен медный всадник с замечаниями государя. Слово «кумир» он вычеркнул. Рано, как и другие строки. Вот, к примеру. Куда ты скачешь, гордый конь, где опустишь ты копыта? О, мощный властелин судьбы, не так ли ты над самой бездной, на высоте, уздой железной, Россию поднял на дыбы? Или вот еще. И зубы стиснув, пальцы сжав, как вояны силой черной, добро, строитель чудотворный, шепнул он злобно задрожав, ужжу тебе! И вдруг стремглав бежать пустился. Показалось ему, что грозного царя мгновенно гнева возгоря лицо тихонько обращалось, и он по площади пустой бежит и слышит за собой, как будто грома крохотанье, тяжелозвонкое скаканье по потрясенной мостовой. Государь. Я озарен луною бледной, простерши руку в вышине, за ним несется всадник медный на звонко скачущем коне. А? Письма к Пушкину надобно вернуть их авторам. Я получил на это одобрение Его Величества. Непременно вернем после прочтения. А бумаги, предосудительные для памяти Пушкина, следует сжечь. И за этим дело не станет. Но предварительно бумаги надо доставить в нашу канцелярию. Ну, я понимаю, понимаю. Но, конечно, вам везде мерещатся заговоры. Даже друзей Пушкина вы зачислили в заговорщики. Успокойтесь. Тело Пушкина перенесли в церковь ночью с какой-то тайной. Загасите факелы. Господи, Боже мой, так что же нести гроб в темноте? Это безумие. Скажите, какое намерение вы в нас, в друзьях Пушкина, могли предполагать? Чего вы могли в нас бояться? Друзья Пушкина? Друг Вяземский отказал ему от дома. А вы, Жуковский, не дали ему уйти в отставку и уехать в деревню. И тем самым подставили его под пулю Дантеса. Перестаньте себя казнить, Василий Андреевич. И без вас хватает злоумышленников. В ходе следствия подсудимый Дантес и некоторые судьи
требовали допросить Наталью Николаевну Пушкину. Слава Богу, военно-судная комиссия отклонила эти ходатайства. Позвольте полюбопытствовать, милая Наталья Николаевна. Отчего же вы никогда не танцуете с вашим мужем? Александр Сергеевич не очень любит со мной танцевать, так как он несколько ниже меня ростом. Вот, оказывается, в чем дело. Ты только погляди, друг мой. Плагиат. Да перестань. Николай Павлович, как офицеришка, ухаживать за моей женой. Не может быть, я... Утром по несколько раз проезжает мимо ее окон, а потом вечером на балу спрашивает, почему у нее всегда шторы опущены. Мы с вами более подходим друг к другу. Ростом, конечно. У него ведь было уже 7 любовниц. 7. Не смущайтесь меня, моя дорогая. И не бойтесь. Ведь я всего лишь царь. А вы богиня. Что тебе сказал на балу Николай Павлович? Что он царь, а я богиня. Не кокетничай с царем, да и с другими тоже. Ну ты же сам разрешил. А ты и рада стараться. Есть чему радоваться. Легко приучить за собой бегать. Холостых шаромыжников стоит разглазить, где я, большая охотница. Уймись, пожалуйста, я тебя прошу, уймись. Ты радуешься тому, что за тобой, как за сучкой. Перестань. Бегают кобели. Держа хвост трубочкой и понюхивай тебе задницу! Перестань! Было бы корыто, а свиньи будут! Мерт! Господи! А ручка-то моей Мадонны тяжеленькая. Ай, не сердись, душа моя. Свет жесток, они не пропустят ни единого твоего промаха и скинут в бездну. Гуляй, жонка. Ну, не загуливайся, помни, что у тебя уже 3 детей. Одна вот выкинула. Береги себя, береги. Александр, давай уедем с детьми в деревню на лето. В деревню? Хорошо, хорошо. Чем долее я с тобой живу, тем более я тебя люблю, милая. Чистое создание, которое ничем не заслужил перед Богом. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на поднятых парусах. Мимо острова Крутого, мимо города Большого, пушки с пристани палят, кораблем пристать велят. Саша.
Саша. Убили. Саша! Убили Сашу! Александрина! Александрина! Опять! Александрина! Сейчас убрать. Помоги! Помоги! После воды! Помоги мне! Воды горячей, быстро! Ну вот и все, Ташенька. Видишь, все прошло. Все прошло. Спасибо, Азенька. Мне уже легче. Все. Жуковский принес тебе письма, Александр Сергеевич. Спасибо им. Спасибо. Дай мне их, я почитаю. Пощади себя, Ташенька. Потом прочтешь. Нет. Дай мне их. Я читаю. И голос его слышу. Мне легче становится. Угадаешь, мой ангел, откуда я к тебе пишу? Из Павловска. Многие спрашивают о тебе, так ли ты хороша, как сказывают. И какая ты, брюнетка или же блондинка? Худенькая или плотненькая? Довольна ли ты? Гляделась ли ты в зеркало? И уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравниться на свете не может? А душу твою я люблю еще больше твоего лица. Помнит ли меня Маша? И нет ли у нее новых затей? Машку, Сашку Рыжего и Гришку целую и крещу. Христос с вами, дети мои. Целую тебя, жонка. Будь умна и здорова. Давьян, остыни! А известно ли вам, кто в ноябре месяце писал анонимные письма господину Пушкину? Je ne sais pas qui a écrit à monsieur Pouchkine des lettres anonymes en novembre, ni qui en est le coupable. А вы распространяли нелепые слухи, касающиеся до чести жены Пушкина, вследствие чего тогда же он вызвал вас на дуэль, которая не состоялась потому, что вы предложили жениться на его своячнице? Il est faux d'affirmer que j'ai décliné ce duel à cause de mon engagement avec sa belle-sœur. Не согласен, значит? Не согласен. Да знаешь ли ты, кого ты убил, паскуда? Паскуда? Какой паскуда? Да не паскуда, а паскуда. Павлутич, объясни ему это слово. Оно не переводится, Александр Петрович. Не переводится. Жаль, что не переводится. Очень жаль. Присягал служить России верой и правдой, а сам? Ты же убийца. Я не присягал России. Я присягал только служить. Александр Петрович, это правда.
Присяга была учинена на верность службе, а не России. Пафнутич, сколько у этого по службе взысканий? 43, ваше превосходительство. 43. Что, теперь 44? И ты еще смеешь ухмыляться, мерзавец? Да я из таких, как ты, в 12-м году окрошку делал! Александр Петрович! Успокойтесь, иначе вас отстранят от дела. Пусть отстранят. Пусть. Я только хочу посмотреть на его рожу, когда ему приговор прочитают. Александр Петрович. Продолжайте. Александр Петрович. Натали! Вот три письма. Еще неизвестно, сколько их гуляет по Петербургу. Угу. Читай. Но эти записки адресованы тебе. Читай, читай. Что это? Анонимки. Удар из-за угла. Читай. Кто? Кто посмел? Дашенька, я прошу тебя, покажи мне письма молодого Гекерина. Я хочу сличить почерк. Нет. Я прошу. Подожди, подожди, нет. Это... Говори. Это не он. Говори, говори, в этом спасение это... твое и мое. Говори. Этот старый Гекерин, этот старик, он... Так? Он мне мстит. Мстит? За что, Даша? Старик пытался склонить меня... Изменить долгу жены и матери. Я заклинаю вас спасти моего сына. Что он предлагал? Бежать из этой варварской страны, забрав с собой своих детей, разумеется. Я обеспечу всех. Но я ответила решительным отказом. Вот ваше ожерелье. Я выкупил его оценщика. Ваш муж отдал его за бесценок. Он не в состоянии заботиться о вас. Дорогому камню, как вы, моя милая, нужно достойное обрамление. Я не камень, барон. Я жена и мать семейства. Вы уже переступили черту, моя милая. О ваших отношениях с Джорджем стало известно в обществе. И скоро станет известно вашему мужу. Что вы будете тогда делать? Дашенька, Дашенька, скажи мне, ты хоть раз была с Дантесом наедине? Дашенька, хоть раз? Да? Или нет? Натали, дьявол, ну зачем? Ну я не знала, я не знала. Эта встреча специально была подстроена и далее политикой. Она меня пригласила к себе в дом. И далее? А там оказался Дантес. Он признался мне в любви и потребовал, чтобы я ему ответила взаимностью. Ну! А потом он сказал, что он застрелится. И я начала выхватывать у него пистолет. И я тут закричала и побежала дочь далее. И я выбежала из дома.
что-нибудь. Да. Нет. Поклянись перед образом! Ты тебе клянись! Клянись! Я клянусь! Клянись! Я клянусь! Я клянусь перед Богом! Ты мой ангел. Богиня моя. Ну почему ты мне ничего не сказала раньше? Почему? Я боялась, я боялась. Чего? Я боялась твоего гнева. Ты моя мама. Ты моя душа. Я единственный твой защитник в этом свете. Никому тебя в обиду не дам, душа моя. Никому. Никому не дам. Загрызу всех. Всех покусаю. Душа моя. Ну, не надо. Сашенька, Катенька, встань. Катенька, встань, прошу тебя, тебе же нельзя. Наталья Николаевна, к вам Дубельт. Зачем? Зачем он здесь? Идите в детскую. Машенька, я сама его приму. Катерина Николаевна уезжает с бароном Геккерином. Мне кажется, его я сейчас видел в прихожей. Да, родственничек. Сестрам надо проститься. Да, я понимаю. Такая трагедия. Но ведь, кажется, в первый раз именно вам удалось расстроить дуэль. Да. Александр Сергеевич доверял мне. Екатерина призналась мне, что намерения этого Жоржа Геккерина жениться на ней были еще до твоего вызова. Ай, Господи. Но можно ли верить этой по уши в него влюбленной дуре? Вот именно дуре! Катрин ваша дура, Екатерина Ивановна! Этот молодой авантюрист с помощью своих высоких покровителей сможет сухим выйти из воды и навеки ее бесчестит! Боюсь, что это уже произошло. У нее будет ребенок. Что? Папа. Паскудник. Папа, котенок. Машенька, иди поиграй. Я заставлю его жениться. Заставлю его жениться! Тогда зачем же вы содействовали этому браку? А что же было делать? Что? Когда мы все были в сети злостных заговорщиков, и нас никто не защитил. Катрин? Алён. Наталья Николаевна? Что это? Это официальный отказ сына от каких-либо отношений с вами, сударыня. Каких отношений? Ну, это вам лучше знать. Вы сделали все, чтобы погубить свою честь. Честь твоей семьи, мужа. И чуть не отняли у меня сына. Благородство Жоржа не знает границ. Он обрек себя на жизнь с нелюбимой женщиной, спасая вашу честь. У меня не было никаких отношений с вашим сыном.
Кто это был? А? Старый Гекерин. Что ему нужно было? Он принес письмо от Дантеса. И ты взяла его! Дура! Я не хотела, я вообще не буду его читать! Ты позволишь мне прочесть его? Ты позволишь мне прочесть его? Да, да, я позволю тебе прочесть, только оставьте все меня! Мерзавец! Заберите письмо вашего сына! Я не могу принять письмо. Оно распечатано и адресовано не мне. Ты возьмешь его, негодяй! Вы сводничали вашему так называемому сыну, подобием бесстыжей старухи. Вы подстерегали мою жену по всем углам, когда он, больной сифилисом, сидел дома. Вы говорили, что он умирает от трепетных дней. Я заставил вашего сына играть жалкую роль. И моя жена, удивленная такой пошлостью, не могла удержаться от смеха. Одного поединка мне уже недостаточно. Я не буду чувствовать себя отомщенным даже смертью вашего мерзкого сына! Вам все ясно, барон! Не забывайте, сударь! Все вот! Два слова тет-а-тет. Я почитаю вас, Наталья Николаевна, и знаю, как очень хорошую и добрую женщину. Угощайтесь, угощайтесь. Благодарю вас. Но с некоторых пор стали появляться пересуды. Коим виной, без сомнений, является ваша красота. Я советовал бы вам быть предельно осторожной и беречь свою репутацию. Сколь для себя, столь и для вашего мужа, при его известной ревности. Благодарю вас. Ваше Величество, за совет. Ваш искренний почитатель. Вы позволите? Благодарю вас, Ваше Величество, за добрые советы моей жене. Мерси бьен. Разве ты мог ожидать от меня другого? Не только мог, государь. Но я вас самих подозревал в ухаживании за моей женою. О, ревнивец. Ты мне лучше скажи, как продвигается твоя работа над историей Петра? Прекрасно. И вот что я понял за время работы над его историей. И что ж ты понял? Как не сильно предупреждение невежества. Как не жадно приемлется клевета. Но одно слово... Одно слово могло бы ее уничтожить. Гений с одного взгляда открывает истину. А она сильнее царя, говорит Священное Писание. И именно она остается потомком. Честь имею. Комиссия военного суда, соображая все вышеизложенное, подсудимого поручика барона Гекерина находит как его, так и камер-юнкера Пушкина виновными в произведении строжайше запрещенного законами поединка, а Гекерина и в причинении пистолетным выстрелом Пушкину раны, от кои он умер. Противники должны были стрелять по моему сигналу. Сходитесь! Дантес выстрелил, не дойдя до барьера одного шага. Куда ты ранен? Куда? Желописьо мьет! Attendez! J'ai encore assez de force pour tirer! Pistolet! Pistolet!
высоту! Ну, вы l'avez blessé! Алексей Сергеевич, голубчик, Александр, Саша! Странно. Я думал, что мне доставит удовольствие его убить. Но я чувствую теперь, что нет. Впрочем, все равно. Как только мы поправимся, мы начнем снова. Господи. 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 Эй! Сани! Быстрее, Сани! Саша. Комиссия военного суда приговорила подсудимого поручика Гекерина по силе 139 артикула воинского сухопутного устава повесить. Каковому наказанию подлежал бы и подсудимый камер-юнкер Пушкин, но как он уже умер, то суждение его за смертью прекратить. А подсудимого подполковника Донзаса, по долгу верноподданного, не исполнившего своей обязанности, по силе 140-го воинского артикула повесить. А до воспоследования над ними конфирмации содержать под строгим караулом. Я уложил раненого Александра в сани. У комендантской дачи я увидел у наемной кареты барона Гекерина. Он без сознания. Везите господина Пушкина в карете. Хорошо. А Жорж поедет со мной в санях. Только Пушкин никогда не должен узнать, кто оказал ему эту услугу. Хорошо, хорошо. Уважаемый Константин Карлович, Константин Карлович, я думаю, необходимо скрыть ваше участие в данной дуэли. А вот в этом, барон, позвольте вам отказать. Я разделю участь всех участников этой дуэли. Как вам будет угодно. Вези поосторожней. В карете Пушкин пришел в себя и, чувствуя сильную боль, начал подозревать опасность своей раны. Саша, друг мой, как ты? Превосходно. Кровь идет немного. Зажми. Зажми рану. Нет ли у тебя чем-нибудь выпить? Так ведь нельзя же. Ежели не дашь, голова моя разлетится вдребезги вот об эту стенку. Пейте, барин. Только побыстрее. Не ровен час комендант навестит.
много ли осталось-то? Александр Христофорович. Леонтий Васильевич, нос. Вот список подозреваемых лиц. Давайте, давайте, интересно. Кои могли быть причастны к составлению пасквиля на Пушкина. Так, так, так. Ух. Знакомые все имена. Барон Яков фон Гекерин, нидерландский посланник. Главный подозреваемый. Да знаю, знаю. Сергей Семенович Уваров. Как-то странно. Министр просвещения. Он был неоднократно высмеян Пушкиным злыми эпиграммами. Это я помню. Князь Петр Владимирович Долгоруков, этот мог. Низкопробный негодяй. И далее Григорьевна Палетика. Но она-то... Ненавидела его неистово. Ненавидела? Видать, было за что. Строгановы. Так, что, вся семья? А мне казалось, что... Да, в подозрении вся семья. Но граф Строганов дал огромную сумму на похороны Пушкина. К тому же он родственник Натальи Николаевны. Однако после дуэли Строгановы провели вечер не у постели умирающего Пушкина, а у Дантеса. И именно старший Строганов предложил Гекерину вызвать Пушкина на дуэль. А сын Строганова, Александр, не советовал ездить к Пушкину. Сейчас, так как видел там разбойничьи лица и всякую сволочь. Вот его записка. Ладно. Граф и графиня Нессельроде. Уважаемый Леонтий Васильевич, не кажется ли вам, что коль скоро вы представили такой список, то в нем не хватает двух имен? Каких именно? Ну, моего, конечно. И государя нашего Николая Павловича. Александр Христофорович, я честно расследовал дело, порученное мне. Хорошо. Хорошо. Разберемся. Разберемся. Генерал-аудиториат по рассмотрении военно-судного дела о дуэли барона Егора Геккерина и камер-юнкера Пушкина представил государю-императору всеподданнейший доклад. По всемилостивейшему решению государя нашего, рядового Геккерина, как не русского подданного, выслать жандармам за границу, отобрав офицерские патенты. Щуку бросили в реку. Константина Донзаса выдержать под арестом 2 месяца и после того обратить по-прежнему на службу. Камер-юнкера Пушкина, подлежащего равному с подсудимым Геккерином наказанию за согласие на предложенный ему противозаконный вызов на дуэль, по случаю смерти предать забвению. Я надеялся, что смертный приговор освободит меня от мук совести. Я не мог остановить эту дуэль. Я дал слово своему другу быть его секундантом, но... Как же мне теперь жить с этим? Ступай, голубчик. Сядь. Куда тебя отправляют, знаешь? Знаю.
Нижегородский гусарский полк. На Кавказ. Правильно. Этого ублюдка за убийство Пушкина. Домой к папашам. В парижский бордель. К своим... А тебя за стихи под пули на Кавказ. Так его отпустили. Ну ничего. Ничего, я Дантеса из-под земли достану. Я верю. Только в этой игре он всего лишь черная пешка. А кто же в этой игре в ферзях ходит? В ферзях. Пустое сердце бьется ровно. Так что ж будет дальше? Не хочу быть пророком. И все же. А дальше, дорогой мой Лермонтов, истребление лучших российских умов, политическая измена и, как результат, иностранная интервенция. Не приведи, Господи. Но ведь есть и иной путь бытия. Высший. Пушкин лежал, страдал на смертном одре, а уже тогда рождался для легендарной жизни. Смерть поэта всколыхнула такую волну народной любви, которой доселе Россия не видела. Я скоро весь умру, но день мою любя, храните рукопись, о друге, для себя. Когда гроза пройдет, толпою суеверной, сбирайтесь иногда читать мой свиток верный. И долго слушая, скажите, это он, вот речь его. А я, забыв могильный сон, взойду невидимо и сяду между вами. И сам заслушаюсь, и вашими слезами упьюсь, и, может быть, утешен буду я любовью. В этой своей последней дуэли Пушкин одержал победу. Он специально взошел на свою Голгофу. Специально. Для того, чтобы, распрощавшись с жизнью, вернуться к жизни вечной. К бессмертию. Пишешь? Мне строжайше запрещено. Пишу. Чем? Спичкой и сажей. Тогда смиряется души моей тревога, тогда расходится морщина на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. Я тебе его не давал. Спасибо. Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет и тление убежит. И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один Пит. Давай, быстрей! Погоди, так надо! Куда? Эй, стой! 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 Назад! Не положено! Стой! Эй! Стой! Стой!
мерзавцы. Через несколько лет Жорж Данте стал доверенным лицом Луи Наполеона III, главного инициатора Крымской войны, стоившей 500 000 жизней. В 1938 году я был переведен в Тынгинский пехотный полк, где под моим началом оказался поручик Михаил Лермонтов. 3 года спустя он был убит на дуэли. А сам я не раз смотрел в глаза смерти, но не был даже ранен. Возможно, меня хранило кольцо с бирюзой. Последний подарок моего друга Александра Пушкина.